Сиан Бундонг. And Gambia also is a nice country. Наша где следующая встреча? На толчке? Ну что ж, наши машины не дают нам покоя, или наши непоседливые характеры не дают нам покоя. Рома сказал, что спать нельзя, вино пить вообще последнее дело, что ночью прилетают ребята, и мы должны быть во всеоружии. Поэтому сказал, бухать не будем, будем заниматься тачками. Я говорю, давай помоем. Он говорит, обязательно помоем, но потом. А сейчас займемся прокачкой тормозов. Но мы же что не починим, то сломаем. Поэтому мы решили начать с прокачки переднего контура. И тут же на переднем правом колесе сломали штуцер прокачки. Но в защиту Игоря хочу сказать, он сказал, прокачивать надо начинать с заднего правого. Я сказал, давай просто прокачаем передний и все, и как бы на этом успокоимся, задний не будем трогать. Мы просто доломали, там штуцер был сгнивший и еле-еле держался, мы его просто доломали. Короче, ребят, Мерседес ничем не отличается, собственно, от ВАЗа старой. Штуцер прикипел, заржавел, и мы никак его не можем сорвать. Вот самая западная точка Африки. Нас ждет орел. Вот он ушел. Вот здесь. Вот так вот. Все. Дальше только Америка. Короче, чувак угощает нас икрой морского ежа. Насыпь мне чуть-чуть, пожалуйста. Я не люблю их, но ради видео попробую местную. Пяти. Окей, мерси. Вот, это по вкусу как морская вода. Хочешь пробовать? Мерси. Ну давай, попробуй. Слушай, я не уверен, конечно, давай. Что это пища. Это потом пища. Закрываю глаза. Не, нормально, их едят. Закрываю глаза. Вот, конечно, это есть говно, которое он подсунул хомячкам делал. Кот! Очень кот! Не, я очень люблю. Я не люблю. С границы Гамбии и Сенегала. Да, в общем, паром. Я здесь уже был, поэтому все пройдет проще и быстрее. И помогалы мне не нужны. Сначала купим билеты. Хелперы, да? Хелперы, да. Ведут тебя не в ту сторону, типа делают вид, что знают, куда надо идти. Но я-то тоже знаю. Купили кофе, значит? Да, купили кофе. По 25 тысяч купил для народа. 25 тысяч? Да. 2500 ты имел, да? 2500 я имел. 2500? 2500. Да ладно, ты серьезно? 25. А, 25 долларов. Дай мне, пожалуйста. 25 долларов. А, ну это полдоллара. Вот здесь вот, короче, на рынке. Вот такого колоритного чувака. Yeah, Gambian experience. Я могу сказать, что дворники только в галстуках. Но реально он дворник, да. Он только что подметал. Ну, может, он просто у себя во дворе прибирал. And Gambia also is a nice country. Yeah, very nice. Always feel like you go full free. Да, очень, говорит, хорошая страна, может, чувствовать. Очень харизматичный парень в костюмчике, в красном малиновом галстуке, в золотых браслетах и в шлепках, и в кепке. Выходим с рынка, мы попали на фудкорт. Вот здесь вот есть еда. Все, он убрал в духовку. Вот так вот готовят козу. Оп. Чувак мне пальцем в карман залез. Но я его увидел. И он снимай. Это... Сейчас мне сделать. Бутер? Нет, сделай мне половинку. Половинку. Нормально. Ротненько показывай. Давай. Не, я бы на самом деле попробовал у тебя, укусил бы. Я бы целый не съел, но укусил бы. Вот, дам укусить. Во. Слав, все, Слав, все, Слав. Хватит. Слав. Да. Сейчас. Ну что, тут не видно ничего. Не видно уже, да? Ребят, у нас новый экспириенс. Мы теряем нашего предводителя, к сожалению. Он совсем сошел с ума, видите, что делает? О. Рома. От души. Настоящий зум. Ты был хорошим парнем. Наша где следующая встреча? На толчке?
Куда? Или вы вдвоем со уже? Со Славой. Вдвоем уже там. Вкусное, свежее мясо, да, жареное. Да. Значит, стоим на пароме. Вот вокруг столько людей. Все ждут, пока придет. Швартуется. Все ждут, пока придет Шнуров. Да. Он в соседней машине играет «Ленинград» на всю, на весь паром. Матершинные песни. Да, матершинные песни. А мы тут сидим, смотрим, как у нас там на машине куры, а, куры лежат там, а, да. У нас спали курицы здесь и человек. Да, и человек на капоте валялся тоже. Все, прибыли. Все, прибыли, выезжаем. Да, значит, приехали в Гамбию, сейчас проезжаем транзитом. Заехали в заправку, стоит 50 долларов за литр бензина. Это примерно доллар 10. Да, доллар с них. Примерно около 65-70 рублей за литр. Спасибо. Вот так вот выглядит прохождение границы Сенегала. Прикол в том, что местные ленятся заполнять журнал, заставляют нас заполнять. В общем, тут же разные права, не знаю, потерянные или ничего. Вот здесь вот лежат. Можно порвать паспорта. Да, это хоть паспорт National Identity Card. Республика Гамбия. Вот такие вот штуки. Гвинея. О, Гвинея, да, чувак. Сейчас, короче, на память себе возьму и в Москву привезу. Вот. Если я возьму себе Сиан Бундонг, как думаешь, меня жена будет ревновать? Скажет, откуда у тебя паспорт Сиянобы Ндонг? А я скажу, нашел. Значит, едем по Сенегалу. Уже скоро граница с Бисау. Вот такая дорога в Сенегале. Баобабами и красной землей. Встречаем рассвет на реке Касаманка. Город, провинция Зигиншор, Сенегал. Все, путешествие Гвинея-Конакри начинается. Грузовик сломался в самом нужном месте. Мы объезжаем.